Годы птицей улетают, по земле меня болтает, а точнее выше, над землей. Не дожиру, быть бы живу, столько лет на всех режимах, в небе мы живем одной семьей. По ущельям и вершинам, свинтокрылою машиной, пишем то ли сказку, то ли были. Вместе с ней по небу ходим, мы друг друга не подводим. И спасибо вам, товарищ Миль. Выручала, где казалось, шансов нам не оставалось, и не превратила нас в утиль. Та, что в небе, а ты баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе, а ты баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Мы нередко с ней прощались, честным словом возвращались, а потом на матушке-земле экипажем водку пили, за машину и за миля. Мы на ней, как бабка на метле. Мы на ней, как змей Горыныч, тоже можем землю выжечь, или как ковер на вертолет. Только чаще в этой сказке, как усталая собраска, из последних сил на всех спасет. Терпеливо лямку тянет и молотит лопастями, днем и ночью в бурю или штиль. Та, что в небе, а ты баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе, а ты баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Ей поклонятся солдаты, те, кто выжил в медсанбатах, нет для них теперь ее родней. И гражданские пилоты за совместную работу тоже снимут шляпу перед ней. Возят даже президентов и на разных континентах в небе, словно рыбкою в воде. Пусть не в меде и не в глянце, уважают иностранцы, знают то, что выручит везде. Над полями и лесами, ледяными полюсами кружит, поднимая снег и пыль. Так что в небе, а ты баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Так что в небе, а ты баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич. Та-па-па-па-па-па. Та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе, а ты баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Михаил Леонтьевич Миль. Мне тут недавно сказали, ты, говорит, как-то, наверное, больше с вертолетчиками дружишь, песни все вертолетные. Я всегда говорю, ну, во-первых, не все они вертолетные, далеко не все, и вообще я их не разделяю. Я всегда на концертах говорю, что все, что у меня написано про авиацию, когда-то вот обвиняли, что я все пилотажным группам посвящаю, я всегда говорил, все это посвящено авиаторам и тем, кто летает, и еще гораздо большему количеству людей, которые находятся на земле, без которых никто бы туда не взлетел. И не устану повторять, что авиационный корпоратив, он самый крепкий в мире. Нет там национальности, и летчик всегда поймет летчика, какой бы страны он ни был. Небо, оно безгранично. Месяц назад наши замечательные русские витязи вернулись из Малайзии. Вообще, ну вот, как-то... Боишься сглазить, то ли ситуация налаживается, но, по крайней мере, за, ну,
где-то за полгода зарубежные визиты, это Джухай в Китае, Бангалор в Индии, Малайзия. То есть, наконец-то, ну, у нас здесь в верхах начали понимать, что это все-таки знамя России, наши пилотажные группы. Потому что действительно был период больше 4 лет, когда никто за рубеж не вылетал. Понятно, было очень много причин и такого технического плана, но основные причины были в головах. Был такой несколько странный министр обороны, который все время писал резолюции нецелесообразно. Вот. И я помню, что когда год назад, в январе, впервые за 4 года «Витязи» улетели в Бахрейн, это было просто потрясающее событие. Настолько потрясающе, что я, как только они улетели, я написал песню. И уже по прилету им ее пел. Потому что действительно это было сложно, их не выпускали, потом не пропускал Иран над своей территорией, как военные самолеты. Но в Бахрейне это все было на ура, потому что страна хоть и маленькая, но крайне авиационная. 56 километров остров, на котором расположено 3 суперсовременных аэродрома. Отношение к авиации просто какое-то такое фантастическое. Может, потому что король в прошлом летчик-испытатель. Вот, ну, много текста, в общем, вот такая песенка. Называется «Предельные режимы». Это, так на всякий случай, это те режимы, в которых все люди с авиацией живут, они живут в таких режимах. Летим в заморскую страну, что далеко в чужих широтах. Мы на военных самолетах, на наш маршрут и не на войну. Летим в нерусскую страну, как по линейке в небесах. Мы чертим след инверсионный, меняя снизу страны зоны. И часовые пояса мы на работе в небесах. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коли заниматься летным делом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Летим туда, где чтут Коран, там авиация в фаворе. И кто главнее, у них не спорят. Верблюды или аэроплан, не спорят-то мусульман. Мы им открутим пилотаж, сорвем восторг, аплодисменты. Ведь помнят страны, континенты. Все знают в небе почерк наш. Наш Russian Crazy пилотаж. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь только заниматься летным делом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Дай Бог нам снова над Москвой пройти, дать салют победы. На нас с небес посмотрят деды и вспомнят свой последний бой под замерзающей Москвой. И дай Господь сберечь орлят, чтоб не пришлось с нуля сначала. Ведь к ожиду покрышки чкалов на помощь к нам не прилетят, но там на небе не простят. Мы небо
час на жизнь, коли заниматься лётым делом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Заниматься лётным делом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле всё за пределом. Там на земле давно всё за пределом. Как жаль, что на земле всё за пределом. За рубеж летают, да и не только за рубеж. Всегда летит еще один самолет. В нем летим все мы, оставшиеся. Что насупился Илюха, нынче вылетает Азари. Набивают снова брюх, груш во рту, технари. Носят ящики солдаты из заката акварель. Только нам не до заката, рампа, тельфер, аппарель. Рампа здесь не значит сцена, палуба не значит флот. Мы не взвинчиваем цены надписью «Аэрофлот». Мы летаем, где стреляют, экипажу не впервой. И Илью не испугают, грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья трудяга. Турбин, грохочущий квартет поют. Летит Илюша, работяга, бродяга, наш транспортяга. Горбом по небу столько лет. Нам лететь туда, где жарко, на заправками маршрут. Полный борт гуманитарки там на месте разметут. Мы спасаем чьи-то души, близких видим лишь во сне. Не печалься, брат Илюша, лучше так, чем на войне. Это лучше, чем когда-то полным ящиков бортом возвращали мы солдатов в их последний вечный дом. Улетали от печали снова в небо с головой. Где-то вновь надежды ждали грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья трудяга. Турбин, грохочущий квартет поют. Летит Илюша, работяга, бродяга, наш транспортяга. Горбом по небу столько лет. Чай, печенье и конфеты надоели нам уже. Штурман курит сигареты там на нижнем этаже. Техник мыслит о посадке, что сготовить на обед. Если что, всегда в порядке, у него велосипед. Распростерли уже крылья, вместе с грузом нас несет. Коридор ему открыли, значит, он людей спасет. Эх, Илья, небесный пахарь, горб на спинке трудовой. Если где-то что бабахнет, грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь
крутяга, турбин грохочущий портит, поют. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Снизу пальмы по глиссаде, из зимы встречают борт, заведут нас и посадят в незнакомый жаркий порт. Местные не бьют баклуши, все предели как один, от души нальют Илюше самый вкусный керосин. Командир на борт вернется, весть благую принесет, наш Илюша улыбнется, нижним блистером блеснет. Нам награды не медали, а скорее путь домой. Руты снова в максимале, грузовик наш боевой. Но взлет уходит ввысь, Илья трудяга, турбин грохочущий квартет поют. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Спасибо. Сократил я немножко в конце. Кстати, вот действительно, когда нередко на этих самолетах можно увидеть велосипед, такой потрепанный, действительно, по аэродрому поездить очень удобно. Для меня было просто потрясением, когда одни ребята из ВТА рассказали, велосипед это ладно, у нас там в каком-то году Запорожец был на борту. Его именно возили с собой вот для таких целей, для развозных. Завязку я заправлен и подвешены все средства, и для птиц сирена воет. Опустели капониры, пахнет в воздухе войною, значит, миру не до мира. Миру явно не до мира. Ничего, видимо, до ночи день тяжелый не маячит. Я не нож, но я заточен под военные задачи. В верхах большие лица не нашли для мира повод, не смогли договориться, значит, я последний довод. Я теперь последний довод. И со мною наравне эти двое, что во мне. Время че на всех часах. Только стрелка мне решить, сколько нам летать и жить. Наши судьбы на весах, где-то в небесах. Нам троим адреналина добавляет неизвестность. Не жалея керосина, я облизываю местность. Где-то рядом неприятель, мне сейчас не до каприза. Включен главный выключатель, мы всех выключим, кто снизу. Выключаем тех, кто снизу. Нам воздает огнем и громом поверхность. Контингент и там не промах, повышает нашу смертность. И в кабине эти двое на приборы смотрят хмуро. Я как будто сильно болен, кашель, жар, температура. Кашель, жар, температура.
небесах. Мы то вверх, то снова вниз, на кону всего лишь жизнь, наши судьбы на весах, где-то в небесах. Хоть по мне лупили точно. И орёт им тётя Рита, чтоб на воздух вышли срочно. Эти двое, как на мине, велика цена задержки, но плечом к плечу в кабине держат ручки, а не держки. Не хватаются задержки. Как хочу я в эскадрилью, даже если инвалидность, я не складываю крылья, а меняю стреловидность. Возвращаемся из боя, пусть мы еле волочемся, но в кабине эти двое верят в то, что мы вернемся. Обязательно вернемся. Мы вернемся. Вернемся. На войне, как на войне, даже если ты в огне, надо верить в чудеса. Что бы ни было, держись, и тогда не смерть, а жизнь перевесит на весах, где-то в небесах. Где-то в небесах, где-то в небесах.